Отличное место! Здесь-то меня точно никто не достанет и не будет загадывать три желания! О! Вот и она. Как же так? Я случайно, чисто случайно нашел эту дверь, Джин. Просто чудо дверь. Просто двери, все. Скорее. Посмотрим, кто же там внутри такой синий, который может дать мне три желания. Давай. Да кто ж там может быть? Только не это. Только не он. Только не он. Пожалуйста, пожалуйста, нет. Как это нет? Да. Что тебе нужно? Как ты меня здесь нашел? Я спрятался ведь. Джин, пожалуйста, можно мне уже три желания? Нет, только не три желания. Я не люблю исполнять твои дурацкие желания. Джин, ты не понял. Вот лампа. Нет, 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 даже не думай, даже не думай. Угу. Теперь я беру и тру лампу. Нет, если ты это сделаешь, то мне придется исполнить три твоих желания. Я Джин, я исполню все твои желания. Чё-то как-то не оптимистично. Давай-ка еще раз. Я Джин, я исполню твои три желания. Нет, еще разок. Я исполню три твоих желания, любых. О, другое дело. Так, первое мое желание будет таковым. Хочу, чтобы какой-нибудь пират или доктор превратился в Локи-Блок. Господи, ты не мог желание поумнее загадать? Исполняй быстро. Ладно, будет исполнено. Это было просто невероятное зрелище. У тебя осталось два желания. Давай что-нибудь получше загадай. Хочу, чтобы мой друг Владус участвовал со мной в битве Локи-Блоков. Ты уверен, что твоему другу понравится это желание? Конечно уверен, Джин, конечно уверен. Ладно, будет исполнено. Не понял прикола. А где это я? Какое твое третье желание? Ну и последнее. Нет, 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 только не это, нет, 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 не вздумай это говорить. Да, 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 да. А я тебе и не скажу, ты же все понял. Будет исполнено. Я пошел. А где? Где шапка хот-дог? Я же жду, ну. Че за фигня? Здорово, Владус! Как дела? Леня, ты мне скажи, пожалуйста, это все из-за тебя, да? Что? Нет, нет. Леня, почему я оказался на Локи-Блоке Хаги-Ваги, а? Не, Ладус, я тут случайно появился. Просто мне кажется, что ты опять какое-то желание Джину загадал и здесь, ну, меня попросил появиться, чтобы я появился. Нет, нет, ты что? Нет! Ребят, напишите в комментариях, Леня реально тут случайно появился или ему не стоит верить? Я думаю, что прямо сейчас каждый из вас должен комментарий написать. Не-не-не-не-не, ничего в комментариях писать не нужно. Давайте, ничего, закройте комментарий, быстро закройте. Ты, кажется, что-то скрываешь от меня. Нет, нет, нет. Так, ребята, прямо сейчас я... Это что было, Лень? Я уже приготовил огромный меч, чтобы его убить. А куда он делся? Что? Почему у тебя так много ведьм, Лень? Что у тебя с Локи-Блоком? Владос, что-что? Доктор Ливси будет лучше гораздо, понял? Ага, Лень, понял. Слушай, а тут я немножко летать умею, поэтому ты сейчас у меня получишь. А, ой. Да-да-да, вот и ой. В смысле доктор Ливси лучше? Вообще-то, доктор Ливси реально классный персонаж, но мне кажется, что Хаги-Ваги гораздо популярнее Ливси. Так, Лень, ты что это взял за кубик? А, нет, ничего. Не жалей этот ключик, Лень, ты... Тихо-тихо, он там еще чем-то бросается, успевает, зараза. Что это вот это вот, скажите мне, пожалуйста. Ладно, я не понимаю, у меня зато... Че это было вообще, я не понял сейчас прикола. Ладно, это не важно, броньку я всю выкину. Лень, слушай, мне кажется, что все-таки Хаги-Ваги победит доктора Ливси. Хоть мне доктор Ливси и реально нравится. Давайте так, поставьте лайк, если вы голосуете за Локи-Блок Хагича. Ну, я думаю, что Хагич это топчик. Владос!
Хаги не в моде. Теперь в моде доктор Ливси, он на хайпе, понял? Хайп. Лень, да нет же, ну ты же понимаешь, что доктор Ливси, он просто хороший и общительный человек. Кстати, не женат. А, не женат? Да, не женат, Лень, иди отсюда. А вот Хаги-Ваги, он просто очень-очень популярный монстр, поэтому, ну, скорее всего, Хаги-Ваги все-таки выиграет. Ха-ха-ха, класс. Нет. Лень, да в смысле нет? Че ты мне не веришь? Смотри, вот мне, например, какое яблочко выпало. Смотри, мне даже твоя зелька ни по чем будет с этого яблочка. Я тебе сейчас вот так вот этим... Что? Я начал тошнить. Давно я такого эффекта в Майнкрафте не видел. Лень, это все из-за твоей зельки, зараза ты такая. Ладно, мне придется по новой возродиться, Лень. Вот еще раз что-то сделаешь, вот этим мечом по заднице получишь, понял? Ты... Что это? Зелье. Что это за зелье? Зелье Халка. Вкусное, полезное. Витамин Д. Ладно. И чё? Так, Леня! Ах ты, зараза такая, ну что? Я тебе обещал взять свой супер огромный хороший меч, а где он? А, вон он. Ладно, за что? Как за что? За все хорошее? Получай. Ха, ничего себе. То есть он меня просто вот так вот отвлекает, ударяет, я из-за него падаю. Куда ты мой лаки-блок сломал? Так, ну, раз он мой лаки-блок сломал, значит, и я Ливси сломаю. Но... Чё-то Ливси все-таки проигрывает, а я вам говорил лайк ставить, ребят. А знаете, кто поставит лайк, тот выиграет. Это в любом случае так, потому что выиграет мой лаки-блок. Владос, что тебе надо, Лень? А отстань от меня, пожалуйста. Мне нужна топ. Топовая бронька. Кожаная? Серьезно? Ну, блин, ну могла же выпасть какая-то хорошая. Почему именно кожаная? Лень, что тебе надо? Твоя позорная история началась с того, что я пошел к тебе в гости, а у тебя... Леня, молчать, не рассказывай эту позорную историю никому. А, ну, у тебя... Леня! Получишь сейчас по башке. Офигеть, он чуть позорную историю не рассказал. Ребята, 20 тысяч лайков, и я расскажу позорную историю Владуса. Ставьте лайк так. Он же вам сейчас ничего не говорил, верно? Лень, ты там ни с кем не общался? Нет, нет, вообще ни с кем. А, ну ладно, просто мне показалось, что ты куда-то отлетал и что-то там как будто говорил. Наконец-то нагрудник хороший, наконец-то, все. Это можно все выкидывать, нагрудник мы наденем. Капец, у меня столько мусора. А, так я с подписчиками общался. Насчет твоей позорной истории за лайки. Иди отсюда, зараза такая. Зато с него выпали какие-то странные алмазы, почему-то они слишком синие. Лень, а у тебя есть доски? Да. Скинь. Обманул. Скинь доски. Да ладно, ладно, на. Ладно, держи. Хотя бы одни, поймаю. Лень, еще есть? О, стой. Слушай, у меня есть лещ. На, леща, зараза такая. На, забирай лещ, мне не жалко для тебя его. Вот как так можно? Ну я же просто доски попросил. Во-во-во-во-во-во, это мое, иди отсюда. Давай, да, зараза такая, ну-ка не подходи. Не подходи к моему дереву. Это дерево я быстро вскопаю и заберу его себе. Ты что сделал? Блин, не успел. Где дерево? А, ну у меня, зараза ты такая. Все, Леня, все. Мне нужны доски. Я сейчас из этих досок сделаю верстак. И с помощью верстака я хочу кое-что скрафтить. Ведь у меня куча-куча гемов. Смотри, есть нагрудник. Дальше я могу скрафтить труселя. Лень, иди-ка отсюда, пожалуйста, не трогай мы. Это мой теперь верстак. Давай, сваливай отсюда. И мой блок доктора Ливси. Да, один я сломаю. Ну, что-то с него вообще не везет, ребят. Все-таки не нужно голосовать за доктора Ливси. Слишком плохой блок. Так, раз, мы сейчас сделаем красненький нагрудник. Ну все, теперь я могу шикарно приодеться. Лень, что это у тебя тут? Это колодцы, Владус, волшебные. А, волшебные колодцы. То есть я могу сейчас кинуть сюда ведро, и нам выпадет реально магия. Блин, ты что сделал? Ты, видимо, колдун. Угу, колдун. Давай, иди отсюда. Так, мне сейчас нужно выбить какой-нибудь супер-сверхмеч. У меня, конечно, он уже есть. У меня даже есть какая-то странная палочка. Лень, я затестирую на тебе палочку. Ты же не против? Против! Клер, Владус 009. Ой, а, ой, не, не против. Все. Лень, ты что, мне хотел вещи очистить? Да, а зато правда. На! За это тебе получай. Я хотел тебе вещи очистить, потому что ты не угадал вот это слово. Лень, ты серьезно? Это слово легко разгадать. Напиши в комментариях, какое слово получается у тебя разгадать вот из этих букв, которые на экране ты видишь. Я думаю, что ты догадаешься об этом 100%. Ну, слово легкое, оно связано с этим видео. Давай, пиши комментарий прямо сейчас. Но догадаются только все равно самые-самые умные. Ё-моё, Лень, что происходит здесь? Так, у меня опять слишком много мусора. Пришлось даже выкинуть леща. Хотя я этого не хотел делать, если честно. О, блин, фиолетовые гемы упустил. Они были такие классные. Это что? Что это было? Не знаю, Владус. Ах ты, зараза такая! Зато я знаю. На, иди отсюда, все. Реально, достал меня. У меня весь инвентарь перемешался опять из-за Лени. А мне недавно пришло сообщение от подписчика, знаете какое? Владус, а почему ты Леню постоянно обижаешь? Вот его. Я обижаю, да? Да, обижаешь. Ах, так, зараза такая. Вот, вот теперь понимаете, за что я его обижаю? Вот.
Он даже овечек не жалеет. Да его только и надо, видимо, обижать, зараза такая, вообще ничего не понимает. Так, Лень, настало время проверить, какой блок оказался лучше. Я даже знаю, какой. Леонид Андреевич обиделся. Вот и проверяй. Лень, вот и проверю, зараза. Получай. Ого, ну, в общем-то, мой меч кажется суперсильный. Ты что, летать умеешь? Да! Ладно тебе, Лень, да ладно, Лень, ты меня все равно не сможешь вырубить. Как ни пытайся, у него это не получится сделать, у меня есть куча всяких приспособлений, чтобы выиграть. А я говорил, что тот, кто ставит лайк, тот выигрывает. Да, вы правильно сделали, если поставили лайк в начале ролика, а сейчас лайки уже не принимаются. Вообще-то я выиграл. Ага, че это ты-то, Лень, сейчас получишь вот так вот, понял, зараза такая, давай, иди отсюда. Смотри. Все, куда смотреть? Все вещи очистились, да, Лень? Блин, валим! Я хочу, чтобы каждый из вас сейчас подписался на канал. Прямо сейчас нажми на кнопку подписаться. Да, кнопка подписаться у тебя на экране. Нажимай на нее, а мы увидимся с тобой в следующем видео. Кстати, посмотри предыдущую серию. Она у тебя на экране. Пока!